Здравствуйте. Сегодня у нас новости по Black Rush. Вернее, одна новость. Ее я, знаете, так, наверное, расскажу, растяну. И много еще, наверное, всего будет, связанных с этой новостью. Ну, в общем, давайте начнем. Приступим и поехали. Вчера на Black Rush вышло маленькое обновление, которое затронуло систему промокодов. Теперь каждый игрок может создавать свой собственный промо и повышать его уровни, что само собой будет давать больше денег при вводе. То есть, ну, мне вообще не нравится, как в последнее время все чаще и чаще убивают вот эту вот систему промокодов, которая изначально, по сути, была сделана только для ютуберов. То есть, вот я ютубер, там кто-нибудь еще ютубер, как бы это ни было прискорбно, как это вы прискорбно, знаете ли, не звучало, но вот оно в той или в иной степени есть. И, типа, вот ты на все это как-то смотришь и, ну, ладно, наверное, отслеживают эффективность и все прочие вещи по вводу, там, я не знаю, ников. Вот, то есть, при регистрации, как вы понимаете, на любом проекте, в том числе на Black Rush, ссылка на скачивание в описании, можно ввести любой никнейм и потом еще на втором левеле ввести промокод. То есть, а никнейм, я думаю, вы знаете, какой стоит ввести на сервере Indigo. Это, конечно же, Данила КПРФ, и тогда вы получите, ну, вернее, вы ничего не получите, а я получу 50 тысяч, но на втором левеле вы можете ввести мой промокод хэштег ZDC, и тогда вы получите много всяких разных штук, вещей, плюх и вообще еще много всего. Но сам факт в том, что вообще вот нечто подобное делают, и типа, ну такое себе. Тут в комментариях опять-таки есть эксперты, которые рассказывают о том, что же будет теперь с Black Rush, и, о, там, возможно, смерть, возможно, там, я не знаю, половое сношение, какой-нибудь, возможно, там еще какие-то вот эти вот все прочие вещи. То есть уже, разумеется, люди все предсказывают, что будет с Black Rush и после вот всех этих преобразований, всех вот этих вот промокодов, всех вот этих вот прочих вещей. Давайте прочитаем. Дмитрий Приморский пишет: ахахахахпхпхп, теперь на этой помойке еще больше будут по КД двухлетние головастики флудить о своем смердячем промо, причем во все возможные чаты. Да, это в целом возможно. И на Аризоне, как вы понимаете, есть возможность создавать свой промокод. Код и теперь еще и на Black Rush будет. И вот если перенимать опыт Arizona RP, то челов, которые рекламят свои промокоды, их просто мутят. И все. То есть это нормальная практика. И говорить о том, что вот, ну, там, мол, будет вот так и вот так, разумеется, мне не особо нравится. Мне все-таки кажется, что промокоды — это нечто такое, знаете ли, привилегированное должно быть. То есть только у каких-то определенных людей, только у каких-то там ютуберов, только у всех прочих людей. А то сейчас как будет? Получается, что, ну, типа, ютуберы-то там, по эффективность у них можно отслеживать только по вводам никнеймов, типа рефералам и так далее. Ну, как-то это, знаете ли, не особо, наверное, вот эффективно, как лично мне кажется. То есть раньше промокоды, это же типа не просто так от балды там ведешь, это же так типа не по приколу, а сейчас типа, ну вот, могут вводить все вообще абсолютно могут сделать свой промокод, и абсолютно любой человек также может его ввести. Ну то есть странно, подозрительно и вообще типа, ну, такое себе. Я даже не знаю, как все это. Я, если честно, без понятия, как все это будет, для чего все это будет и нужно ли все это вообще на Black Rush. Ну, фиг знает. Наверное, теперь и у ютуберов нужно забрать все вот эти вот промокоды. И вообще, зачем они сейчас нужны, типа, у ютуберов? Какой смысл, если эффективность, я так понимаю, от ютуберов теперь будут отслеживать только по вводам их никнеймов? Все. То есть, нужно ли еще что-то? Я, если честно, представить не могу. То есть, ну, типа, наверное, все. Наверное, теперь промокоды ютуберов, они никому не нужны. И вот этим вот самым действием Black Rush, она, получается, практически убила все вот эти вот промокоды ютуберов. Потому что, я так понимаю, они особо ничего давать больше не будут. Все будут вводить промокоды своих друзей, там, как-то их вот это вот прокачивать взаимно и делать прочие вещи. Поэтому, типа, вот, все. Я не знаю, зачем они теперь нужны. Однако, Black Rush, Indigo, вся информация в описании, там же мой никнейм Данила КПРФ, там же мой промокод хэштег ZDC, там все остальные вещи. Увидимся тут же завтра в 20:00 или, может быть, немного попозже. Всем спасибо за просмотр, всем пока и всем, разумеется, до свидания. Всего самого наилучшего вам и пока.